И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на Genesis. И сегодня я решил окунуться в океан. Вообще, в целом, я думал, у меня в океане много миссий пройдено, а это в снежном биоме у меня почти все пройдено. Я прям даже удивился в этом плане. У меня еще лохнесская охота. И это не от слова лох, а от слова лохнес. Лохнесское чудовище. Один крутой угодь, я хотел вообще на него, но смотрю, тут у меня еще это, думаю, блин, прикольно. И эхо классики. То есть это дельфинчика надо будет сопроводить. Да, да, еще дофига миссий. Поэтому что? Правильно, пойдем именно туда. Да, конечно, можно еще попробовать вот это вот с моими супер пушками, все дела. Попробовать пройти, но как-нибудь потом. Магмозавр вырос. Просто огонь. Сейчас хочу качнуть до 50 тысяч хп. Вот. В целом выглядит управление вот так. Туда графика, ну что поделаешь. Вот, но в целом прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Побегаем потом по лаве. Ну, точнее, по вулканическому биомчику. Вот, рексики тоже выросли, все с ними хорошо. Сейчас пытаюсь выровнять у них количество хп, чтобы более-менее было одинаково. 72. Вот. 77. Ну, допустим. Ну, допустим. Ну, допустим, кстати, да, более или менее. Значит, здесь можно будет уже качнуть в урончик. Они уже такие сильные, мощные, все дела. То есть это новое поколение. Вот, и с ними уже надо будет попробовать походить, повоевать и посмотреть, что, когда, где. Но это уже будет потом. Сейчас же у меня самое главное это... Отлично. У меня сейчас самое главное это пройти миссию. Так, забираем элемент. Даже давай, наверное, я поставлю его вот сюда, чтобы я его случайно вот так вот не скинул. Так, ну что, погнали. Так. Какулочку отсвистываем. Мозазавр у меня как-то помер, я не знаю как, но в общем он как-то сдох. Хотя акула стояла на дефе, но как-то сдох. Ну ладно, что поделаешь, как бы. Если уж совсем нужно будет, еще кого-нибудь притомлю. Но вы уже прекрасно понимаете, как я буду проходить с чем альфа миссии. Первый слот вам, как говорится, в помощь. А, куда я? Куда я? Вроде бы правильно плыву. Да. Вот это вот миссия. Да, правильно плыву, только чуть повыше. Погнали! Погнали проходить гамму. Я думаю, мне мазозяки хватит с запасом. Без акулки. Мегалодончиком. Так, здесь у нас... А, это за белым китом была охота. И теперь лохнесская охота. Гамма. Погнали. Сейчас, собственно, по классике. По классике всех этих миссий. Дебильных, честно, дебильных миссий. Не понимая вот этого всего. Посмотрел, кстати, это... Так. Посмотрел, что дают за миссии. Да, это немножечко покопался и понял, что... Так, давай все-таки вот так. Будем ручками все-таки плавать. Да подожди ты. Надо твою говорилку, по ходу дела, отключать. А, нет, все нормас. Нашел. Вот, посмотрел, да, то есть то, про что я спрашивал, про вот эту вот, типа, гамма и все в таком духе. Миссии. То есть, когда итоговую вот эту вот в хилине выбираешь,
В общем, это оно. Это чтобы вызвать босса. Так, а погоди. А, не-не-не, вот он, ты здесь. Отлично, красава. Погнали. Погнали мочить. По 32 тысячи, так как это гамма изи-бризи. Ну, а, ты драпаешь уже. Ты уже драпаешь. Хотя это 300 левел всего лишь навсего, камон. О чем идет речь? Вот. Да, это, собственно, миссия, то есть имена босса. Писали в комментах, что типа гамма, о, генезис это кусок говна. Честно, генезис это кусок говна. Это миссия. Это карта кусок говна, честно, вот прям вообще отвратительная карта. Вот, очень отвратительно. То есть это халтура. Это чистой воды халтура, а не миссия. Ну, а не карта. Потому что, то есть, разрабы тебя просто-напросто заставляют заниматься всем вот этим говном. Ну, то есть, миссии, вот это вот и все, проходить, куча дрочильни вот этой всей устраивать, чтобы миссии пройти и так далее. Ну, прям, ну, это очень отвратительно, когда разрабы тебе говорят, это как это... У какой-то игрушечки-то буквально недавно она вышла, говорили 500 тысяч часов геймплея, потом такие, а, ну, в смысле, если проходить все побочные миссии, короче, вот это вот, а все, то будет 500 тысяч, а так, там что-то 20, что ли, с лишним, они сказали, ну, то есть, как бы, пролагала, ну, то есть, как бы, вы поняли, да, то есть, насколько люди любят вот это вот и все говно. Старые игры этим грешили. Старые игры, в смысле, я имею в виду это, которые на NES были, Nintendo Entertainment System. То есть в России СНГ это известно как Dendy. Вот. Там типа проходишь игру, короче, с первого Макаймура. Проходишь игру, и такие тебе говорят: ну, братан, это, короче, было. Тихо, что-то я заговорился. Ты где? Ну ёбкомокарёк. А подожди ты. Во! Ты что? Потерялась? Ну-ка, пусть сделай ему. Вот. Там, короче, суть в том, что было... Проходишь все уровни игры, и тебе такие разрабы пишут. Это был призрак, типа это иллюзия. Пройди игру еще раз. То есть игра и так сложная, и ты, короче, тебе разрабы говорят, а пройди-ка теперь игру еще раз. То есть, ну, это явная халтура. Да, они хотят, типа, чтобы ты поиграл подольше в эту игру. Я не спорю. Возможно, это благие намерения, но извините, это дрочильня. Это чистой воды дрочильня, и это... Вот Генезис, это она есть. Но, если бы я дал себе установку проходить все, то значит надо проходить все. Вариантов нету. Если бы я сам себе, как говорится, буду изменять в этом плане, то, ну, это как бы уже камон. Это тогда и смысла нету проходить игру дальше. Вот. Решил. Надо делать. Ах ты ж собака сраная. Гупёшка. Задел ее и сбился с пути. Вот. Поэтому проходим миссии. Уж сорян, да, уже сколько вот у меня миссии. Ага, ну здорово. Да ты серьезно? У меня, ты понимаешь ли это? Жопу сейчас хотят мне надрать. А ты? Я успел. Она даже за мной не бежит. Ну что вот? Эх. Где вот надеяться на защиту, если даже твои диносы пытаются тебя опрокинуть и свалить? Жертва ноль. Отлично. Да. Охотник один, жертва ноль. Вот так. Так. Что мы получаем? Что мы здесь получаем?
мы получаем здесь, ну, так, кое себе ресурсы, но в целом, слушай, неплохо. Неплохо, неплохо. А нет, это мой топорик. Это мой топорик. И не надо мне тут. Ой, точнее, кирка. Так, ну отлично. Отлично. Так. А, нет, на R надо. Да, вот. Переключить режим. И давай еще разочек переключить режим. Ну-ка. Так, получше стало видно? Да, нифига. Ну, в целом сейчас будет получше видно, так как уже наступает ночь. И будет все намного лучше видно. Погнали, пройдем бетку. Угу. Бетку-то мы... А, в пузырик заставил, думаю, какого фига? Ты что за фигня залагала так на сок? Ну, у меня так ни разу не лагало. Да просто в пузырике застрял. Ну, бывает, бывает, бывает. Угу. И бетка! Еее, погнали! Никто так не будоражит, как охота! Да, вперед на охоту! А, чё я сел-то? Господи, мне ж так надо горцевать. Я ж задолбаюсь потом. Во, погнали. Наступила ночь и уже прям изи-близи. Ой, почти там резко вниз же было. Точно. Начинаю сканирование. Бетка, конечно, уже будет посложнее. Это не на один кусь лохнесса будет, но... Начинаю сканирование. Но как бы, камон. Все равно будет намного лучше. Нежели альфа, я имею в виду. Альфа это просто жопа забей. Там, дай бог выжить. Ай-яй-яй, давай. Отлично. Так, акула, иди в сракотулю. Ну нет. Ну. Отлично. Так, иди сюда. Позже уж да. Иди сюда, отлично. Ну, погнали. Не, ну, по 6,5 тоже нормас. Но я буду бить примерно, что там, ну, по 500, да? Ну, вот считай, по 500 я буду бить. А они по мне сколько будут бить? Ну, я имею в виду на альфе. Это просто забей называется. Как по мне будут бить? Так, вот эту какаху надо, короче, от себя спровадить. Ого, 145 левел. А ты был неплох. Был. Основное слово. Так. Куда мы идем дальше? Давай сканируем. Посмотришь на это? Ну-ка, давай карточку попробуем. А то уж что-то это... Ну ты сейчас серьезно! Так. Подожди. Подожди. Ага, вон где. Отлично. Ну, братва! Я убедился, что я своего мазазяку не завалю. Поэтому вам кранты. Отлично. Так, нет, короче, нет. Давай лучше вот так вот. Она все равно застревает, поэтому смысла нету за собой свистать. Пускай здесь постоит. А потом я уже телепортну, короче, к себе, и все будет нормально. Отлично. Ну, хотя да, можно гамму включить. Так тоже хорошо видно. Отлично, отлично. Ночь. Ночь это прям супер. Самое кайфовое время для прохождения миссии. Как ни крути. Потому что ты вот, ну просто, ну смотри, ну кайф же, да? Даже вот гамму включил, даже вот гамму вырубаю, короче, вот. Ну смотри, ну прям вообще все. Ты сразу же уже видишь, куда тебе нужно идти и так далее. Но сохраню ваши глазки и свои тоже. И включу гамму, чтобы получше видеть. Так, готовимся.
Такс, мозязяка. Я помню, тогда эта тварь так резко появилась. Не будем рисковать. Да, вот она, эта собака. Ну как резко появился? Ну у меня это было резко, точнее для меня это было резко. Ну вот, а по факту, ну, я просто в лапке приполз, скажем так, к буйному полезику. Полезику. Лохнесси, полезик. Ну, ну вы поняли. Ну вы серьезно? Так. Бляха-муха, как же у меня тут дерьмо с FPS, вы бы знали. Ну, ну бог с ним. Выживем. Так, куда? Куда горцуем? Давай, говори, куда горцуем, туда горцуем, да? Отлично. Ага, вот вижу. Замечательно. Газуем дальше. Да, конечно, самое главное, это все-таки не забывать либо скуба костюм, а либо так шлем. Ну здорово! Здорово! Водоворот! Какая сволочь стреляла? А куда? А во! А чё я так потерял? Ага, вот. Все. Да, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мне теперь вообще их терять нельзя. Я там не кисло пропустил поначалу, мне потом возвращаться, ну и в жопу. Давай лучше сразу это лутать как надо. Так, и сейчас должны уже начать появляться. А, добрый вечер! Чуть-чуть на астроцетус не нажал. Ну, здорово! Погнали! Погнали! Валить всех! Гамма. Так, у меня тут сырая рыба. Так что разделение есть. Все, огонь. Буйный плезя. И пошло мочилово. Посторонись. Ну, опять-таки же, да. Это, во-первых, бета. То есть, наношу ему урон такой, какой я должен наносить Диносом. А с моей прокачкой это как бы... Так, нефиг нафиг. Да и плюс, если бы что-то пошло случайно не так, ну камон, у меня есть хилки. Заходишь сюда, вот на хилка и все, как ничего не бывало. А оставшееся время дофига. Что мы в итоге получаем? Блочка, седло, винтовочка. Ну слушай, ну нормас. Винтовочки получаем, всякую вот фигню. Ну, неплохо. Неплохо. Не сказал бы, что прям вообще огонь, но неплохо. Ну и что, погнали. Сейчас все скину. На базе. И пройду альфа-ча. За кадром. За кадром. Да. Ну, чтобы это... Случайно не потерять мазазяку. Случайно не потерять мазазяку. Так. Где эта срака? Вот эта срака. Ну-ка, срака, иди к сулака. Вот, для чего мне эта срака? Для того, что она стоит и дефает. Не то. Вот. И дефает другую сраку, на которую я сейчас горцевал. Еее, давай здоровочка тебе. Здоровочка тебе не жалко. Ну, а это все выкинуть. Хавают они все равно через кормуху. С этим у них проблем нету. Ну все, скидываю лут на альфача. И показываю вам, что я получил с этой миссии. У-ху-ху! А че это у меня так это? Еще далеко до окончания, а уже... Уже появились. Ну, короче, вы прекрасно знаете,
Что у меня здесь? Ой, ну здорово, жирнич, а. Ну ты серьезно? Я ж в упор, если стрельну, то это кранты нам всем будет. И мне, и... Самое главное, в труп случайно не стрельнуть. Время есть, поэтому... Твою мать! Ты серьезно? Тупая овца! Кочебрыжная тварина! Она просто сагрилась! Честно, было даже не жалко, что она сдохла. Мне эта акула уже просто бесила. А-а-а! Она просто сагрилась! Ну давай, давай, остужайся, кусок блевоты. Спасибо. А-а-а! Просто это так оружие должно еще остыть. Спасибо. О, я хавать не могу под водой. Ну, супер. Отлично. По новой. Но это овца контуженная. Это ублюдочная тварь под названием Мегалодон. Честно, не жалко, что она сдохла. Вот это единственное, пожалуй, что мне не жалко, что сдохла. Какого фига эта овца сагрилась? Хотя она была очень далеко, и в предыдущие разы она не агрилась. У меня к этому очень сильно много вопросов. Но честно, не жалко, что эта тварь сдохла. Ох. Ладно, по новой. Так, а сейчас уже в другом месте, кстати. Оу, не-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 не, уже прям на меня летит. Плывет, в смысле, плывет, летит, блин, лучше сказал. Если что, эта пушка там по 60 тысяч отнимает и так далее. Ну, а вы видите, сколько она отнимает у нее. В общем, да, будем использовать читерные способы против такой тупости, как... Зачисти всю карту, убей всех врагов и все в таком духе. Ну, прям, меня всегда это бесило. Как доп задание, допустим, но ведь здесь нужно, чтобы пройти альфа-босса, нужно пройти практически все, 99% миссий. Это дофига. Вот, поэтому как бы я считаю, что это как минимум тупо и нечестно со стороны разрабов. Блин, мне бы одну сагрить, потом вторую, а не всех сразу. Еще патрончик-то летишь долго. Тоже как бы это стоит учитывать. То есть предугадать их полет, заплыв. Такое себе, короче. Вот когда сагрится на меня, уже прям там изи-бризи будет. Потому что уже чисто сагрилась на меня и... О, отлично. Ну не все же три сразу! Четыре даже, отлично. Лови, горцуй, драпай! Окей. Я понял. Серьезно? 500 хп. В жопу альфа-миссия. Но мы получаем офигеть какую мощную винтовки. Мы винтовки даже получается. Не винтовку, хочу сказать винтовку, а здесь винтовки. Но сами видите урон какой у них. Прочность и так далее. Ну то есть это практически самый топовый по урону и прочности. Супер. Жаль, их переработать нельзя, я бы столько бы ресурсов сейчас получил. У-ху-ху, просто огонь. Ну, все говно. Да, вот в прошлый бы раз, если бы была бы миссия здесь, а не около моей базы. И, во-первых, я бы уже прошел бы все. И, во-вторых, Мегалодон бы не помер. Мегалодониха, мать я заново.
Ну ладно, что поделаешь. Что ж поделаешь? Вот так вот живем. Такс. Рост рисов. Погнали на базу. В целом. Миссия прикольная. Миссия, конечно, в чем-то она и прикольная все равно. Но в этом плане все равно дебилехонькая. Альфа-миссия. Альфа-миссия это прям, это боль и страдание. Так, давай тебя сделаем так, как ты у нас под водой. Давай тебя сделаем все-таки нейтральное. Но. Сейчас нужно поставить кого-нибудь с краю и присвистать к себе. Вот. Ты мне, братан, все правильно, всю игру помогал, не кисло. Поэтому у тебя еще одна важная миссия. Это заставить мозазавра никуда не убежать. Не уплыть и так далее. Далеко не уплыть. Вот такие вот делашечки. Ладно. Без потерь не получилось пройти, но миссия пройдена. Миссия, черт побери, ее за ногу пройдена. А это что значит? А это значит, все хорошо, и будем стараться выживать дальше. Ну, а я на этом уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.